Всем привет, вы на канале Super Battle Clay. И сегодня у нас обзор на самоделку по Лего Человек-паук. Человек-паук против Зеленого Гоблина. Что ж, давайте начнем. Самоделка маленькая, только Человек-паук и Зеленый Гоблин на своем глайдере. Это фигурка Человека-паука. У меня нет оригинальной леговской, поэтому я взял качественную подделку от компании Dark. Кстати, хорошие очень фигурки, точнее, это именно фигурка от этой компании, она хороша. И вообще, Дарго выпускает такие нормальные фигурки, качественные. Вот вы видите, все принты на ней проработаны. Вот. И вот такой вот Человек-паук. Следующая фигурка, это как бы мой кастом. Зеленый гоблин. Вот так он выглядит. Я не фанат того, как выглядит Зеленый Гоблин, как какой-то обычный мутант. Мне больше нравится его образ в механическом костюме, как в первом фильме из трилогии Сэма Рэйми, или там из новой The Amazing Spider-Man 2. Вот так мне он больше нравится. Я, для, чтобы его повысить, сделал вот такие вот, типа, сапоги. Он более высокий. Посох. Вот такой вот энергетический, точнее, ну, как бы энергетический жезл он сконструировал. Это Норман Осборн, Анигари Осборн. И вот в руке у него еще такая бомбочка. И маска с участием пластилина. Вот так он выглядит. Лицо уже засветил гоблина зеленого. В общем, вот так он выглядит. А торсик у него как у обычного рабочего. К сожалению, подходящего не нашлось. Ладно, давайте сейчас я поставлю видео на паузу и покажу вам его без аксессуаров и без маски. Вот так гоблин выглядит. Норман Осборн выглядит без маски, сапогов и оружия. Обычно вот такой разозленный рабочий. Вот так я его изобразил. В общем, вот такой вот, такие вот фигурки. Сейчас покажу вам глайдер Зеленого Гоблина. Вот так выглядит глайдер. Вот такие, вот такой он большой. Тут типа огоньки он, на которых летит. Я еще пропеллеры добавил. Глайдер. Дизайн я сам придумывал. Он абсолютно симметричен. Вот такой вот крутой глайдер. На мой взгляд, он крутой. Довольно большой. Вот посмотрите, фигурка Человека-паука, обычная лего, мини-фигурка. И глайдер. И вот здесь я предусмотрел... Ой, сейчас. Извините. Предусмотрел место для Зеленого Гоблина. Вот так он здесь стоит. В общем, это вся самоделка. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и пока. И, возможно, в скором времени выйдет уже обзор на второй дневник из Gravity Falls и на другие интересные вещи. Всем пока!